Тракция называется, вытяжка. Обязательно. Через боль. Если все кривое, мышцы зажаты, сухожилия перекручены. Ты же я запустил, что? Ай! Вытягивается. Ну повесить. Запустил. А вот сейчас нажму волшебную точку. Как, в мозг отдало? Еще как? Да блин, отдало, ладно. Ну, просветлел. Пока не знаю. Протрезвел, наверное, немножко. Глаза закрыты, пока не знаю. Ну, сейчас встанешь, почувствуешь. Так, ушной кровоток и акупунктура тоже обязательно нужна. Потому что это продолжение наших внутренних органов, позвоночника. Ты не поверишь, я сейчас тебе копчик промассировал, вот хребет. Вот. Да, ну, у меня хвост отвалился. Левый, правый глаз, хвост отвалился. То есть там, где массируют, туда стреляют, да? Конечно. Вот ноги, вот половые органы. Там тоже за хвостом кто-то тянет. Тоже стреляют. Ниже. Проверить, где хвост? Пока я массирую себе верхнюю голову, нижнюю голову тоже кто-то там массирует. Не заметил. Я промолчу. Ай! Ай! Слушай, реально что-то тем более. Так, вот теперь давай руки опустим вниз. А голову чуть повыше, да? Вот сюда чуть-чуть. На бок я. Вот, я сейчас сам ничего не делаю, я немножко положу вот так. Отлично. Миша, ты боялся. Я никогда не боялся. Идти не хотел. Ай! 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 Башки осталось. Видишь, зажат не идет. Хорошо. Зажат, зажат. Знаю твой домашний адрес. Так, надо. Поясницу тоже поставим. На место. Ой! Там слышно? Да. Вот эти всякие. Хруст были, да. Хруст. Ну что, похрустим? Давай. Перед вами. Говорится. Выдох, еще раз. Кашляться хочешь, кашляй. Нормально. Так мы нещадно боремся не с клиентом, а с болезнью. Зато потом все восстановится, будет лучше. Так, еще раз выдох. На бок, вот на вот этот лечь на бок. Так, ты где? Ну, спиной к окну, в общем. На правый бок, короче. Я понял. Правый бок. Причиндалы свои прикроем. Да, без гомосесты, без этой всякой. А у него нет причиндалов. Он их потерял, да? Уже давно, да? Так он нет. Держи рукой причиндалы. Зацепиться за стол так. И держишься? Как-то, да. Угу. Вот такой прием. Сложный. Отдыхаем.
О! Видишь, как хорошо. Фу, на другую сторону не надо, а вот на живот обратно ложусь. Руки куда? Руки куда хочешь, можно под голову пока. Вот теперь будет такой балет немножко, балет. В балетную школу не ходил в детстве? Это не снимал. Не снимал? Не, слушай, вертикально никогда не снимается, моя только горизонтально. Не, а сейчас плохо будет горизонтально. Говорю, нельзя снимать вертикально. Димка, мне тебя жалко, правда. А вот тут будет вообще посильнее. Ой. Все, 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 расслабись. Люди, не вы поймите, что это только во благо. Да, вот так мы простые массажисты. Да, вот клиент, покажи. Вот. Клиент доволен. Клиент доволен. Давай, Саша, шуточки. Держи камеру горизонтально, ты сказал, так ничего не понятно будет. Держи, так не видно. Видно все. Слушай, а так очень видно. Ну ладно. Димон, тебе по попе стучит. Ось. Вот так вот мы излечиваем простых людей. Обычно мы мальчики. Массажисты, ну можешь сказать пару слов, как тебе? Ну, по результату. О, слов нет, только пальцы есть. Только остались одни пальцы. Ну, а если вам нужно быстренько поправить спинку, починить шею, избавиться от грыжи, ну, в общем, восстановить весь организм с помощью... Если вы не боитесь таких жестких методик, то обращайтесь обязательно к Олегу Алафу Гудвину. У меня полно клиентов, все довольны. Все и спортсмены, и худенькие девочки, и дети. Все ходят, всем идет плохо. Пару слов-то я скажу. Ой, только прикройся. Да. Ну просто в бане все грудные ходят. Ой, прикрывайся. Ой, давай. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Вот что я сказал, да? Нет, Олег, спасибо тебе. Ну, на здоровье. Вот уже тебя забыл. Да, через боль к просвещению. Ой. К излечению, хотел сказать. Да, тут... Так, выпрями спинку. Сейчас еще выпутаем тебе небольшой приемчик. Ой! Стоп, расслабься. Ну, нормально, на месте. Все. Готов. Стоп.